Дорогие, вот сейчас прозвучит новая песня, которую мы записали с Григорием Лепцем. Эта песня посвящается нашим очаровательным женщинам, красавицам. Это беспрецедентный случай. Да. Премьера песни Юрия Антонова. На золотом граммофоне. Такого не было никогда. Перед вами дуэт обладателя премии «Золотой граммофон» за вклад в развитие отечественной музыки Юрия Антонова и 15-кратного лауреата Григория Лепса. В самом центре ночи, в городе огромном, отыщу усталый старый телефон. Он протянет руку, словно мой знакомый, и звонок полночный разорвет твой сон. В самом центре ночи, в городе огромном, мы отель отыщем сбывшихся надежд, и никто на свете в этом мире сонном нам не помешает и не скажет нет. Прижаться хочется, спаси меня, спаси от одиночества. Не к волосам твоим прижаться хочется, не к волосам твоим прижаться хочется. Спаси меня, спаси от одиночества. В самом центре ночи, в городе огромном, отыщу усталый старый телефон. Он протянет руку, словно мой знакомый, и звонок полночный разорвет твой сон. Мне к волосам твоим прижаться хочется, мне к волосам твоим прижаться хочется. Спаси меня, спаси от одиночества. Мне к волосам твоим прижаться хочется, мне к волосам твоим прижаться хочется. Спаси меня. Спаси от одиночества. Григорий Лепс и Юрий Антонов. Спасибо. Вся группа «Земляне» выходит, чтобы поприветствовать в этот волшебный момент и Григория, и Юрия. Давайте поприветствуем всех их аплодисментами. Спасибо за этот музыкальный подарок. Легенда поколений.
Любим вас, Юрий Михайлович. Скучаем.